У верующих началась Страстная неделя, самый строгий и заключительный этап Великого Поста. Она посвящена последним дням земной жизни Иисуса, предательству и последующему воскрешению, предшествует Пасхе. В Великий Понедельник Церковь вспоминает евангельский эпизод об иссушении смоковницы, символизирующей душу без веры и покаяния. Люди стараются внимательно относиться и к священным текстам, к тем событиям священной истории, которые в эти дни происходили и которые воспоминаются Церковью. Стараются очистить свою душу, приготовить ее для того, чтобы вступить с радостью в душе в светлый праздник Пасхи.